Сегодня представить нашу жизнь без интернета и телевидения практически невозможно. Благодаря этим благам цивилизации мы можем оперативно узнавать важную и полезную информацию. Поэтому вопрос качества подключения этих услуг очень важен. А об этом позаботится компания «Телецентр», ведущая телекоммуникационная компания города Славянска на Кубани по предоставлению услуг подключения кабельного телевидения и интернета. Компания «Телецентр» работает на протяжении 7 лет. На сегодняшний день сетью охвачены практически все многоквартирные дома Славянска на Кубани. Низкая цена, профессиональное и качественное обслуживание, высококвалифицированный сервис, а также индивидуальный подход к каждому клиенту отличает компанию от многих других. «Телецентр» – лучшая компания по предоставлению услуг интернета. Суперскоростной безлимитный интернет реализуется по собственной оптоволоконной линии, обеспечивая стабильную надежную связь с высокой скоростью передачи данных. По интернету сейчас даем тарифы до 100 мегабит, то есть это вполне реально. Абонентская плата начинается от 450 рублей в месяц. Подключаем частный сектор по новой технологии PON, так называемой, что позволяет вводить скоростя и 200, и 300 мегабит по желанию клиента. Кроме того, компания «Телецентр» предоставляет услуги кабельного телевидения. Это 150 каналов высокой четкости, включая все эфирные каналы и лучшие программы спутникового телевидения. Вещание ведется как в цифровом, так и аналоговом качестве. Провели недавно модернизацию оборудования, что позволило улучшить качество услуги. То есть на большом телевизоре уже будет изображение смотреться более-менее приемлемо и качественно. На сегодняшний день в компании «Телецентр» проводится выгодная для абонентов акция. Весь февраль подключение к интернету и кабельному телевидению бесплатно. Спешите в ней поучаствовать. По вопросам подключения обращаться улица Ленина, 114, офис 23 или по телефону 8-988-333-53-19, 4-38-58 с 8 до 18 часов ежедневно без выходных. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».